В Южной Калифорнии после схода селевого потока парализовано движение. Несколько населенных пунктов, крупные трассы и сотни автомобилей накрыло слоем грязи, камней и мусора. Толщина оползня достигает почти 2 метров. Наибольшее разрушение стихия нанесла округу Лос-Анджелес. Парализовано движение вдоль всего западного побережья от Вашингтона до границы с Мексикой. Данных о погибших и пострадавших пока нет. Сход потока спровоцировали мощные ливни и буря. На месте происшествия работают спасатели и спецтехника. На ликвидацию последствий может уйти несколько месяцев.